В аэропорту Шереметьево сработала пожарная сигнализация, правда, огня в здании не оказалось. Как выяснилось, датчики среагировали на дым от микроволновки. В результате терминал Б залило водой. Видео происшествия моментально попало в сеть. На кадрах пассажиры передвигаются по зданию прямо в воде. В некоторых местах ее уровень достигал щиколотки. По словам сотрудников пресс-службы аэропорта, сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме. В настоящее время аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме. Все последствия, связанные с срабатыванием системы противопожарного тушения, ликвидированы. Инцидент связан с тем, что в аптеке на первом этаже терминала Б задымилась микроволновая печка. В результате противопожарная система сработала.